Так что же вас беспокоит, графиня? Меня беспокоит сон, доктор. Он преследует меня вот уже несколько дней, один и тот же сон. Будто я работаю в Москве, в столовой номер 9, в 1993 году. Меня зовут Маша Степан. В кино сняться хочешь? Семен Борисович. Я не Семен Борисович. Улыбочка. Что с вами? Вам что-то приснилось? Почему ей в голову пришла такая мысль? Дело в том, что в своих снах она ходит именно такой. Вот кого нам надо в правительство. Да. А что это может сделать лучше? Красивой, обаятельной девушке. Понесло, как ни крути. Нам необходимы западные кредиты. Вся надежда на Степанова. Доктор, право, меня тревожат кошмары, которые преследуют. Что вам там снится? Тогда их сны отражают не ту реальность, в которой они живут, а ту, которая произойдет через 100-200 лет. Будущее России темно и туманно. Как же может такая держава существовать? А вот существует.